Мои драгоценные девочки. Не узнала, я себя тоже не узнала. Думаю, что это такое, надо на очки хотя бы надеть. Передают привет. Часто можно делать какие процедуры? Смотря какие. То, что я сейчас буду делать, вот этот лазер, который будет подтягивать кожу именно, я делала его всего один раз, но делала именно как фраксель, который обжигал кожу, а вот именно такое я не делала ни разу. Называется Clear Brilliant. Вот. И он не обжигает кожу, самое главное. О, ну, занемело лицо уже. А вчера мы делали другое. Так классно, что другая страница не работает. Спасибо большое. Вы так добры. Если честно, я тоже отдыхаю. Мне кайф. Какую книгу читаю? А вот дочитываю сейчас этого Достоевского «Братья Карамазовы». Осталось уже чуть-чуть. Уже буквально 200 страниц, наверное, осталось. Максимум 300. Что там было за вопрос? Фраксель реально эффективен. Он очень сильно лицо, собственную кожу, как это называется, он ее damage, ну как сказать, не портит, а, блин, как это называется по-русски, ну вы понимаете, да? Первый аккаунт, нет его пока. А, нет, это не дома, соседи не следят, это была эндосфера. Для ножек мы делали. Это, да, выжигает, вредит, все верно, вредит. То есть получается, что... ничего себе, какой мне крем немеющий нанес. Я просто не чувствую вообще губы даже. Очки поменялись. Сейчас мы сделаем вот этот вот Brilliant, Clear Brilliant. Надо везде равно, наверное, нести. И он мне прям вот такой сделает лифтинг эффект. Yeah, you can do, yeah. For the sound? Yeah. Yeah, it's fine. Как вам эти очки? Давайте другие вот эти, да. Прикол. Yeah, it's fine, it's fine. На обед я сегодня ела очень, кстати, что-то healthy. Я ела карпаччо из рыбы, 2,5, и лосось. Ну, потом я зашла, съела чуть-чуть чизкейка вот этого, который у меня в сторис, не смогла. Анжелишка сейчас дома, она сейчас, я пришла к косметологу, она пока дома. Мама, подожди, вот часик. Change, okay. Так, подождите, мне надо сделать change. О, как вам отражение в очках? Хотели бы сейчас в пустыне оказаться? Сестра у меня есть, да, Ангелина. Ботокс я не делаю, вот видите, я ботокс не делаю. Я пробовала, конечно, но я ботокс не делаю. Так, давайте я сниму очки, так давайте. Какие-нибудь. Носогубные заломы, вот я рассказываю. Про книгу только что сказала, какую читать. Или вы только пришли, что ли? На западе носогубки колят следующим образом. Они вот сюда, одну точку, но только не сюда, потому что нос будет широкий. Вот сюда. И вот сюда. На откосную ткань кладут вот так, гель, и он так хоп, поднимает вот эту часть, которая провисает. Сюда никто ничего не колет, не закалывает, потому что это естественный процесс. Кожа должна, складка должна куда-то заходить, складка по-другому должна складываться. Если складка не складывается, это ненормально. У нас же что делать? У нас делают валики.
У нас делают валики. Эти валики у нас вот таким образом кладут сюда. Мне так делали. Потом ты уходишь, разгаришь, улыбаешься, они тебе поднимаются вот сюда. И получаются вот такие вот здесь штуки, которые... Ну, это просто кошмар. Какое место на Земле самое умиротворённое? Ну, наверное, Мальдивы. Умиротворённее не найти. Рекомендуйте, пожалуйста, книги для женщин на развитие. Посмотри, ай, какого развития он есть. Ну, все окей, типа. Нити вообще делать нельзя. Ребят, что происходит с нитями? Я вам еще раз повторяю. Вы сделали нити. Потом у вас происходит фиброз. То есть туда, куда захерачили нити, особенно если вот эти нити спиралевидные такие, знаете, у вас начинается фиброз. Вокруг этих нитей обрастает ткань. И потом, со временем, когда вы молодая и красивая, все хорошо. Но когда у вас кожа теряет полностью весь коллаген, и вы, как говорится, в 60 лет уже будете стареть, у вас будут просто рытвины. Лицо будет как бульдозером изъезженное. Это нельзя делать. Hey, guys! Doing some beauty treatments. Hi. Давайте все соберемся и полетим на Мальдивы. Давайте. Спасибо за красоту, спасибо большое. Термаш это что такое? Интерсютикалс. Я делаю интерсютикалс дома. Это мой крем. Но интерсютикалс это питает вот просто вот эту кожу верхнюю. А сама вот прям текстура кожи. Поры вот эти вот, плюс как бы от мышцы, где кожа прилегает вот между слоем, который прилегает, ну, в основном держишься на жировой прослойке, да, но когда старше становишься, жировая прослойка уходит, почему я сейчас набираю вес, чтобы у меня лицо было такое, как бы оно выглядит здоровее, когда чуть жир есть прям. Когда я была 20 лет, я всегда была там 48-49 килограммов. Сейчас мне уже надо быть 59, чтобы была. Короче, нужно саму кожу на все слои эпидермиса, с ней работать тоже. Волосы у меня сейчас свои очень короткие, вот такие. Я почему каре хочу постричь, чтобы снять немножко нарощенки. Просто тяжело ходить столько времени, но... уже отрастают, уже волосы лучше, конечно. То, что было в одно время какой-то кошмар. Воды сколько пью, не знаю. Это не маска. Это не маска, это крем, который занемевает. Мы сейчас будем делать лазер, такой вот. Как он называется? Beauty. Как он называется? Clear and Brilliant. Ладно. Вот смотрите, спадает у меня, когда вот сейчас нету фильтра, лицо стало все равно, сейчас опять появился. А, нет, вот. Сейчас фильтр, когда сейчас фильтр уберет. Нет, ладно. Лицо стало, конечно, вообще гораздо лучше. Кожа. Не могу разговаривать, у меня занемело все лицо. Вот это крем, это крем. Морщинка нужно делать вокруг глаз. Упражнения обязательно нужно делать. Потому что когда вы делаете упражнения, вот там есть такие упражнения, когда вы налево, направо, вот сюда глаза делаете, туда закатываете, вниз. У вас работает круговая мышца. Эта мышца, она вот такая, она круговая. Вот сейчас без фильтра, смотрите, кожа абсолютно стала прям. И это он у меня убрал. Все, кстати, на лице нет ничего, ни тонального, ничего. Кожа стала прям. Здоровая, в каком-то веке вернулась цвет, и сейчас фильтр здесь. То есть я сейчас очень довольна и цветом, и текстурой.
Сейчас мы делаем, что такой был немножко липкий эффект. Конечно, я не говорю, что сейчас кожа висит, но нужно делать вот весной или осенью, нужно делать обязательно вот эту вот как бы процедуру, чтобы уход был хороший. Ну что ты? 23 года ничего колоть не надо вообще. Как перестать морщить ногу, мне говорят, посмотри, она уже вся себя настолько заколола, а я не колю ничего, уже 2 года вообще ничего не колю. Что типа лицо шевелить не может. А я наоборот столько времени потратила, чтобы научиться разговаривать без мимики, потому что именно только это и поможет. Конечно, что эмоционально разговаривать вот так вот, конечно, лицо очень сильно морщится, двигает. Я очень долго времени у меня ушло, я замечаю свои привычки. Может быть, вы кусаете губы, может быть, еще что-то. Надо все это замечать и вычищать. Меня консультируют в каком смысле? Я сама себя консультирую. Не носить нарощенные волосы. А как не носить, если у меня волосы вот такие остались после того, как я была блондинкой, вот такой длины? Как не носить? Как мне было не носить? Я сняла волосы, у меня, когда от блондина у меня отпали, когда я стала перекрашиваться, у меня волосы просто начали вот так вот отваливались. В какой-то момент мне пришлось их нарастить по-любому, потому что они просто вот так стали, потом вот так стали. А были ниже плеча, ниже лопатки. What happened to my face? I'm doing facial now. Nothing happened yet. Hi guys. Ой, спасибо за сексуальную женщину. Я не могу смеяться, у меня рот. Как если бы стоматолог, когда в десну ставят уколы в бороду. Что делать, если в 2 года уже есть морщины на лбу? Колоть ботокс? Нет. Не колоть. Что делать? Просто разговаривать менее эмоционально и стараться не морщить лоб. Потому что морщины должны быть тоже. Все равно должны куда-то закладываться. У меня есть они, но... сейчас я выключу фильтр, вам сейчас покажу. Вот мое лицо. Вот мои морщины. Они есть. Но просто когда я разговариваю, я стараюсь говорить так, чтобы не морщить лицо. И чтобы не было много мимики. Потому что раньше у меня очень эмоционально было, очень много мимики было. Почему против ботокса? Потому что вот вы сделали ботокс, допустим, он чуть-чуть натянул лоб, скажем так, да, там типа как бы он застыл. Во-первых, не живое лицо получается. Во-вторых, когда делаете ботокс, у вас залом происходит в другом месте, потому что вы все равно будете вскидывать, если вы эмоциональный человек, вы будете вскидывать брови, и, соответственно, туда, куда не может заламываться морщина, где закол, она будет заламываться в другое место. И получится, либо надо всю жизнь ходить с ботоксом, всю жизнь прям, либо нужно что-то делать, чтобы не что-то делать, а тренироваться, чтобы не пользоваться так сильно мимикой. И когда вы будете делать ботокс, он у вас просто в другие места будет закладываться. А во-вторых, вот этот бетон на лице, когда вот такие упавшие брови, потом ботокс проходит и падает просто лицо. Падает, я вот сколько видела, опускается просто мышца. Поэтому очень гораздо лучше, мне кажется, чтобы это все делать собственным. Пока еще работает мышца, пока еще работает зарядка, лучше это делать именно посредством зарядки, упражнением для лица и так далее. Yes, I'm always staying positive, of course. А жировиков, как называется, просто иголочку, берете иголочку от лица одноразовую, стерильную, протираете лицо спиртовым каким-нибудь там, не знаю. Но лучше не спиртовым, а чем-то таким обеззараживающим. И иголочкой, там есть пора, в которой этот жировик прям потихонечку проталкиваете,
И она выходит, ее надо выдавить, она выходит. Не просто давить, а иголочку. Либо к специалисту сходить, который это сделает одноразовой иголкой. Биоревитализации я не верю. Это такой даунтайм. На неделю вы должны сидеть дома, неделю с пупырышками, с какими-то. А потом я не вижу никакого такого результата, который я раньше делала. Но я не могу сказать, что я увидела какой-то результат, который прямо вот меня привел там, не знаю, в восторг, и я готова там, не знаю, ходить как жаба неделю. Сейчас сколько вешу? Вчера позавчера взвешивалась 58. Это мой рекорд. Я очень довольна тем, что я вешу 58, потому что я, ну, занимаюсь все-таки спортом, и, ну, когда прям подкачиваются мышцы. It's okay, I'm doing some life. Мышцы начинают весить больше. No. They like you, you know that? Isn't he so cute? Смотрите, какой он милашка. Сейчас он мне будет делать процедуру. Хотите посмотреть? I don't feel my, I can't even talk, you know, I don't feel like my God. What did you put on my cream, on my face? Special numbing cream, love. Yeah, I know that. We don't want to show you screaming in front of your fans. Yeah, but I'm gonna be screaming, right? No. Do you promise? I promise. Нет, сейчас не мне стирать, сейчас будет такой аппарат, препарат. Вернее, аппарат. Называется Clear Brilliant. Короче, чистый бриллиант. Я боюсь. Бразил! Я боюсь. Успокойте меня. Oh my God, I don't feel my face. It's so funny. Oh! I don't feel it. Oh. How is it possible? Because it's not Emla. Я говорю, ты что, мне Эмлу будешь делать? Я говорю, Эмлу будешь делать? Он говорит, нет, это не Эмла, Эмла не работает. Оно правда не работает. Я пробовала, что мне с Эмлой делали, вообще левак. Так, мы сейчас посмотрим, что мне будет делать. Мне будет немножко страшно. Yeah, he's the best, that's why my face looks so clear. He is the best. The best. He was working with Madonna. For how long did he work for her? No, I was working with the esthetician of Madonna doing intraceuticals. Да, intraceuticals on Madonna делает. Она, кстати, очень любит. And now he opened one in Beverly Hills, in LA, and another one here in London. У меня ровно вообще не было, я не пользуюсь этой вот мышцей. Я ей просто не пользуюсь. То есть на солнце чуть-чуть. Я не пользуюсь этими мышцами. Вообще стараюсь не пользоваться теми мышцами, которые не нужны. А, это sorry. Так. Вам не страшно за меня? He comes to LA, of course. Oh, please don't tell me. Oh, it's okay. Oh, it's nice. Oh, wow. Oh, wow. Да это не тень, это фильтр на Инстаграме. Какие тени? What about that thing yesterday that we did? Do you think that cream would help? Unfortunately not. No? Yesterday we worked on your muscle level, so... мы вчера работали на мышечном уровне, то есть туда, глубоко. А сейчас работаем над кожей. Вчерашний вот этот вот как бы был такой больной процесс. Сейчас не больно, нет. Of course he cleaned his hands. And he put gloves. Stupid. Sorry. Ay, my leg.
это, короче, типа фрекселла. Вот когда фрексел делают, обжигают розу полностью. И потом, это та же фирма, кстати, которая выпускает фрексел, по-моему. Стрелки не татуаж, стрелки рисую карандашом. Будете отпечатывать чуть-чуть. Я же вам учила, как сделать стрелки. Красная, видите, какая штука? Вау. То есть вот это, значит, я уже будет у меня все это. Baby, this part, like you see this part? Of course I'm gonna be working out, don't worry. Я еще говорю, чтобы не вот эти вот мои мимические, куда закладываются. Складочки, чтобы кто-то прощался. Татуаж? Нет, я не делала татуаж. Бровки делал, но у меня не держится вообще, я хной крашу. На лучше держится, почему-то у меня не держится бровки. Это не только это лазер. Шмаз, что такое, нет, не делала. Я говорю, что если бы не было этого крема, блин, то было бы, наверное, больно. Жарило бы очень, потому что и так жарит. Холодно. Я ему не мешаю, он профессионал. Фиброз ни в коем случае. Поэтому нельзя, чтобы фиброза не получилась, нельзя делать иглы. Ни в коем случае. О, иглы, эти нити. This is to remove the little lines, right? We are gonna target all the lines, the pigmentation, pores. Это, короче, поры, фрагментацию. Мы сжимаем сейчас поры, убирают морщины мелкие, вот эта вот штука. Нифига себе, как горит лицо. And when do you see the results? You can see the results straight away, and in 1 to 10 days, you can see all the skin getting away. Короче, результат сразу же сейчас на лицо будет тоже виден, но через 10 дней вообще прям будет потрясающий эффект. Именно поры все уйдут из вот. Морщинки мелкие. Это как что мои ноги делают, вообще качели маневр такой. Time to do a little bit of Jack Sparrow. А, окей. Ладно, короче, сейчас я выбираю фильтр. Видите, какое красное лицо? Сейчас мне надо, короче говоря, глаза закрыть. Морщину убираем. На этот глаз. Сейчас я покажу, у меня одна морщинка стала появляться. Но я делаю упражнение. Кстати, упражнение сделала, морщина ушла. Упражнение забыла сделать, морщины опять появилась. Есть такое. Вообще, когда вы делаете аппаратные косметологии, ребят, очень важно делать у профессионала, потому что если делаешь не у того человека, можно действительно сжечь лицо. То есть это как бы такая история очень. Ну, довольно-таки ответственная. Ты сейчас искал с тобой, как этот помидор. Тебе, пожалуйста, достаточно помидор. Un recovery serum da fuori, che è quello piccolino. Gli facciamo anche il growth factor serum. No? In esposizione. Recovery serum. What is the name of this treatment? It's called Clear and Brilliant. Clear and Brilliant. Сто раз говорила.
кожу сожгли, это правда. Но это, знаете, такой лазер, который вот именно он изнутри кожу как бы сжигает, потом она подтягивается, но через 2 часа эта краснота уходит. То есть ее не будет через 2 часа. Это я в Лондоне, я не в Монако, нет. В Монако у нас вообще ничего нету. В Лондоне. Okay, you can open my eye, no? Your cheek. Yeah? Baby, I have a line here. I'm gonna go there. You see this line? I already worked it. Ah, it's getting hot now. Понял, ну процедура называется Clear and Brilliant. Это лазер. Это лазер, но он, знаете, не как Фраксел, который сжигает поверхность кожи, и нужно ждать там неделю. Дома сидишь неделю, у тебя там такие корки на лице, и потом они отпадают, потом подтягивается только кожа, и то она так подтягивается, потом и не подтягивается. А это такое есть Clear and Brilliant называется. То есть сейчас у меня будет красное лицо. Некоторое время, подбаливает. Но через 2 часа краснота проходит, и все. И получается, что ты можешь через 3 часа идти и хоть на фотосессию. Спокойно заниматься своими делами. Но сейчас пока буду как рачок красный. Но мне краснота подходит, кстати. Я выгляжу, типа, загорелой. How many times you have to do this? It's really depending about the skin, but you can do even 3-4 times or even 6 in a year, but depending what your skin condition. Короче, зависит от кожи, и эту процедуру можно делать. And how often you can do it? Once, 2 months? Once every month and a half, you need to allow the body to have all the recovery. Yeah. But for you, we are going to do a special one today, because after Clear and Brilliant, on top of the laser, we are going to apply the growth factor, which is a special serum that only in California a special doctor produce. So we are basically resetting your biological clock. Короче говоря, сейчас он мне сейчас что-то будет делать еще после этой процедуры. Эта процедура делать, потом следующая будет, короче, какой-то там серум, который делает один доктор там в Беверли-Хиллз, он оттуда привез. Там, короче, частички золота, он смешивает их с этим и загоняет он туда под кожу. Спиралевидными такими иголочками. Ну, меза такая вот в бутылочке, как этот. И он, короче, будет... Красный рак. How much does it cost, I ask you? This one without the serum, it's $400, $450 including the neck, or $300 only the face. 300 просто лицо, 450 с лицом, и еще он будет делать серум, это без серум. And with the serum is $800. А с этим, с серум 800. Да, да, зато правильно, спасибо, чтобы мне потом напомнили, для чего я это делаю. Я такая думаю, больно, больно, потом куда-то написала, зато все подтянется, держись. Точно, точно, держусь, чтобы все подтянулось.
принципе, как бы главное, чтобы все не повисло и не упало. Очень важно ловить вовремя. Когда уже все упало, там уже ловить нечего будет. Я включу фильтр, потому что я такая красная. Да, 800 фунтов это нормально, это недолго, тем более с этим. И эта процедура, считай, вот вы сделали 800 фунтов, сделали 3 раза в год, и лицо просто как 800 фунтов каких-то тысяч рублей. И получается сделали, это меньше, ну это где-то под 1000 долларов, да, чуть меньше. Получается, вы сделали 3 раза в год, и кожа просто, она... натянутая, подтянутая, красивая, без пор. Я без тонального крема хожу вообще спокойно. Я тональный крем только делаю, когда мне, допустим, надо там, не знаю, на какие-то съемки. А так я даже без тонального крема хожу. Хотя я даже не помню, чтобы я раньше... Нет, ну я, конечно, когда загораю, довольна своей кожей, но так вот, чтобы без загара я была довольна своей кожей без тонального крема, я не помню этого. Как правильно подготовиться к сыроедению, но мы потом об этом поговорим. Надо сначала перейти на вегетарианство, потом включать потихонечку сыроедческую еду. 10%, 20% вашей пищи надо заставлять. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Либо можете сразу 20, 40, 60, 80, 100. Либо вообще сразу за один день. Кому как подходит. Процедура называется... Что на лицо накладывают? Это сериум. Это how do you call the serum that you apply? This is called growth factor serum. Mm-hmm. There are so many on the market, but this one is the best in the world. Лучше он в мире, но чтобы баночку не видела. So I'm gonna have what? It's gonna be burning my face now, right? Absolutely not. But it is burning now. But that's the laser, not the product. Yeah, I know. Okay, I know. Yeah. How long? For a couple of hours, maximum. Okay. Вот значит будет гореть пару часов, да. And then... Is this the one with the needles? This is 24 carats gold needle with a special spiral inside to release in the skin all the cocktail that I'm using now, which is vitamin C, vitamin D, hyaluronic acid, antioxidant, and there is also different 50 different peptides to release without using Botox or other ingredients. Короче, тут около 50 разных пептидов он мне сейчас делает, плюс золотая вот эта вот сыворотка, я уже прослушала, что там было еще. У них там вот такие, вот эту вот баночку, которую сейчас делают, в ней иголочки. То есть это делает, это уже мезотерапия он мне сейчас делает. Этими иголочками спиралевидными заходят продукты туда. What is it, 50 peptides, vitamins, amino acids, and peptides, and гиалуроновая кислота. Это все заходит вместо того, чтобы делать ботокс, вот делать такую процедуру. Это один доктор в Беверли-Хиллз разработал, и он делает ее после вот этой процедуры, чтобы сейчас кожа тоже как бы получила подпитку. Вот эта баночка, вот на наконечниках, там иголки. How many needles there? 24. 24 иголочки там. Вон они. И они такие спиралевидные. What is about the gold? It's like... The gold is a better metal to be able to use in the skin. It's more effective and more effective. But you mean the golden needles or the golden cocktail? No. The needles are in gold, 24 carats gold. Иголки это 24 карата золота. Ага, иголки золотые. Золотыми иголочками это делать. Нет, мне сколов не видно, потому что очень... But you can see the... Not bleeding, nothing, right? No. You can see the even... I can barely can feel the needle. It's not pain. It's not painful at all, and as you can see, we are doing this treatment straight away after a strong laser. So. Да, после сильного лазера такого мы делаем сразу этими иголочками, то есть они не чувствуются даже. Вот если выключил фильтр. Look the skin how tight and strong is becoming. Что вот кожа именно станет
плотная, плотная. И здесь нет никаких филлеров. У меня, вот, допустим, в этих местах вообще никогда не было филлеров. У меня вот здесь вот Саймон тогда положил, вот здесь он мне сделал, заколол и под глаза. Но это было 2 года назад, вот все уже, в принципе, ну, как бы ушло. Но это рано ушло, вообще быстро. Асимметрию он мне убрал. И сейчас уже видно, что кожа прям натянулась. Так что... Ну, он очень крутой, правда. Я бы вам не стала говорить, не стала бы рассказывать. Я вообще не стала ничего делать, потому что он очень крутой. Потому что то, что он делает, он не просто делает одну процедуру, а он тебе намиксует 3-4 процедуры. И знает, какую за какой нужно делать, в какой последовательности, через сколько. И у тебя начинается процесс. То есть хороший врач — это не тот, который просто использует, допустим, то, что у него есть, а этот ищет по всему миру, ездит, смотрит, изучает и пользуется именно самыми лучшими продуктами. Шею мы не делаем вообще. How do you remove how do you remove the lines? Let's say if someone has really like big lines. We started doing the small lifting all over here, all over here. We get to tight all this area, and then with the mesotherapy and with this treatment, we are going to filling up the skin. And then if it needs, the doctor can also do some fillers. But before doing the fillers, we need to revitalize the body. But how do you do fillers? Like, let's say, if you want to do filler, how? They put like this filler? No. My doctor use normally the heart shape, so we work all over this part of the face to be able to don't become a panda over here, but just game all over this part, which is the best way to do if the face require. Because in Russia they put like filler in your line like this, then you're becoming a ball. Yeah, and then they start moving and then all the filler comes up. And plus we don't do much fillers. We work more with Red Yes, which is a special ingredient to revitalize and create more plumpness without having the effect of the fillers. Mm-hmm. All over here, and even recontouring the jawline if it's needed, thanks for the cannula treatment, which is the Red Yes. Mm-hmm. Rather than use the needle, the doctor use normally the cannula. Less bruising and less problem. Ой, у меня лицо прямо такое налилось, бух. Короче, они делают, вы запомнили, помните, как я даже сказала, как они убирают носогубки, вот эти складки. Они подтягивают вот здесь, потому что отсюда скатывается. И, ну, делают немножко по-другому, чем у нас в России. У нас просто начинают тупо закалывать складку, но потом начинает лицо, во-первых, ехать, во-вторых, бесформенным становиться. Мигрирует этот гель, вообще его так делать нельзя. Надо там в комплексе делать целое много упражнений, процедур, чтобы это было эффективно. А какие филлеры делают под глаза? Что вы сказали, сделаем в следующий раз? We will do the next time, right? Yes, neck and decollete. Да, и декольте, в следующий раз делаем. Что я сейчас, какой вопрос задаю? Что-то меня спросили. А, под глаза филлер. Это делал Саймон. То есть это единственный человек, которому я бы доверил под глаза делать. Потому что он делает каким-то образом так, что его гель, он как губка. Он его закалывает, и он становится как губка. Он не кусками вот так вот скатывается потом вот такие вот капли под глазами, а он держится. Он даже вот на вертикальной поверхности держится. И вуаля. О, thank you so much. Ладно, любимый, все, я все вам показала, все вы знаете теперь. А сейчас я поехала домой, меня ждет дочка. Так, занемело все. Ну-ка, давайте посмотрим без фильтра еще раз. Сейчас я сделаю ссылку. Ссылка есть на него в сторис. И у меня Don't touch it. Sorry. У меня есть с ним фотка, и фотки есть тоже. What about the threads? I saw many people over here, someone happy, someone not. So we really prefer Red Yes and this treatment. Понятно, он даже нити не делает. I'm so happy you don't do it, because I think it's really, like in the future, when you have this, like, you will have so many issues, I think, with the threads.
because you get the fibrosis inside, and then it, when your skin will drop one day, it will just, you know, it can get really bad lines. Same of too much fillers, so we need to revitalize the skin with all the technologies that we have. Да, они просто вот закалывают, ребят, поэтому я спрошу с филлерами осторожней. Все, люблю, целую, пока я ушла. Kiss, love you, bye.